Тебя огорчает современное состояние игровой индустрии. Тебе хочется суперигру, а разработчики втирают какое-то консольное дерьмо. Подписывайся на Вономаса. Вместе мы заставим этих подонков выкатить что-то достойное. Нас уже более 5000. Всем здорово, и сегодня мы смотрим на игру Call of Juarez и Cartel, motherfucker, это мы видим. Главное меню, такого позорного главного меню я давно не видел. Да, низкополигональный револьвер, черный фон, дымок, короче, хуета полная, мадафак. Ебать, начало игры, вот это я хуею, не ожидал, блять, не ожидал. Охуеть. И эта игра, которая, блять, первая часть была про... Ёпты, бать, кто меня убивает? Вау! Да куда с... Еба! Голливуд, нахуй, Голливуд, сука. Жаль, текстурку не заценишь, потому что слишком быстро, блядь. Текстурка асфальта, нахуй. Убегает, блядь! Да ёпта! Да что ж ты за падла, блин. Блядь. Ебать! Прикиньте, я могу крутиться вокруг своей оси. Ха-ха-ха! Это ж как со стороны-то выглядит, ёбаный в рот. Ой, текстурка асфальта, бля, размытая, нахуй, размытая. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. На, бля, почему он стреляет сквозь него? О, холли щет, мадафак. Итак, короче, начало игры, мадафак. Ну, второе как бы начало, да, то был первый начало. Но то, как обычно, блядь, 3 недели спустя, ёбаный в рот. Блядь, да что ж ты... Что-то я не понял, это он прыгает, что ли, так, на 2 миллиметра? Впервые вижу игру, в которой герой, умея прыгать, не может перепрыгнуть вот такую низкую хуйнюшку. Впервые в натуре. А лавочку? Прикиньте, лавочку он на лавочку вроде запрыгивает, а... Блядь, непонятно, что-то он там ножками сучит. Сучит, а вроде... Не, вот вроде туфля стоит на лавочке, смотрите. Левый туфля сейчас в воздухе стоит. Хоп, на лавочке. А вот пытаемся прыгнуть и хер, короче. Вот. Значит, короче, это Call of Juarez, базафака. Вот заценим текстурку. Текстурка, ну, в общем-то, хуета, конечно. С бамп-маппингом там. Все дела, но все-таки слабовато. Хотя вот так-то, если смотреть, не так уж и говняно. Ну, в принципе, говняно. А вот тут тоже текстурка... Не внушает. Да, не внушает. Но зато освещение, видите, какое красивое, яркое. Блюм называется. Все блестит, нахуй. Вау, здесь даже травка есть, охуеть. Травка однополигональная. Так, ладно. Собственно говоря, надо подумать, куда идти, куда бежать. Машина тут есть, представляете? Есть машина, охуеть просто. Так, шины не сдуваются. Какая-то черная хуйня появляется от выстрела, но шина не сдувается. Стекло не разбивается. Пули непробиваемая, видимо. Так, чувиха, давайте заценим чувиху. Так, сиськи 3-го размера. Так. Так, а жопа чё? Нормальная жопа. Ну так, конечно, полигонов, конечно, не... Не ложкой хлебай, как говорится. Ну, в смысле, не очень много. Ну, не так, чтоб мало. Так, на ней никаких следов от выстрелов не остается. Игра, конечно, слабо проработана, что и говорить. Так. Летают листочки. Но они почему-то пропадают, короче. Они не падают. Смотрите, ни один листочек не упал. Они все исчезают. Вот бежишь за листочком и хуй, короче. Вот еще какой-то крендель. Он почему-то в маске, блядь, как ковбой. Хотя это видно, что современное время, а он как ковбой, прикиньте. Да. Сесть в машину не получается. Жму F, как обычно. The get the car. О, the get... А, use lobby... F. О, прикиньте, F работает. Охуеть, как в этом. Блять, а чё такая долгая загрузка? Охуеть, прикинь, тут машины есть. Охуеть.
Вот это пиздец. Так, надо посмотреть, сзади никто не едет, блядь, стойка все закрыла, в зеркало заднего нихуя не видно, блядь. Как я посмотрю, там едет кто-то, блядь, или не едет? Опасный маневр, ладно, похуй, поехали. Да, нахуй. А, прикиньте, вот это пиздец. Прикиньте, сразу смерть, вообще охуеть просто. А, басовитого звука движка я не слышу. Хуйня какая-то есть. А, поворачивает он неплавно. Блять, куда-то поехал. Как-то он слишком резко поворачивает. Во, я не видел в зеркало, заднего вида. Блять, да что ж ты опять еще какой-то. Ах ты ебать, у него прицеп оказывается. Охуеть, прикиньте, GTA нахуй, реально говорю. Так вот, что я хотел обзор по предыдущей части сделать. Не предыдущей, а первой, потому что во вторую я не играл. Я посмотрел, сказали, что там графика даже хуже, чем в первой части. Уж точно не лучше, поэтому я во вторую часть играть даже не стал. И ничего вообще. Вот, а первую часть я, конечно, играл. На тот момент она стала самой игрой, самой крутой графикой, короче, на тот момент. Ну-ка, выйти можно? Да ёб твою мать, прикиньте, даже выйти нельзя. Ты выходишь, сразу кровь, кишки, смерть. Ладно, короче. Я понял, это не до GTA. Прикиньте, даже выйти нельзя. Кстати, графон-то вот так вот, он выглядит лучше, чем в GTA. Но вообще еще графон я не заценил по полной, потому что, сами понимаете, вот я там только текстурку заценил. А, Chrome Engine, известный такой engine. Вон грузятся деревья, то есть видно, как они изменяют свою форму, потому что лот происходит. Забыл, как это называется. Вот, ну, From Engine знаком нам. Первую игру я забыл, как называется, она не была популярной. А вот одна из первых, в том числе, ну не та первая, а вот другая первая, это Expand Rally, которую я обзор делал даже в трех стайлах. И это очень неплохие ралли, короче. Конечно, не супер симуляторно, но... более симуляторно, чем этот, как его, Колин Макрей. Плюс графика на тот момент была охуенской. Так, нам надо ехать туда, я понял. Вот та ебанутая точка белая, это значит, куда надо ехать. А, удовольствие от езды не доставляет, к сожалению, да. То есть обычно я почему люблю, чтобы тачки были? Ну, блядь, должно быть от этого удовольствие, а тут удовольствия, короче, никакого нет, вот. Ну ладно, вернемся к первой части Call of Juarez. Вот она стала самой крутой игрой по графике на тот момент, когда вышла. Фир, по-моему, заделала. Потому что Фир, по-моему, пораньше вышел, бля, какая водичка. Жаль, выйти нельзя заценить. Вот, Фир сделала, хотя Фир тоже задал планку новую. Вот, но она не была популярной, потому что было мало пиара, было неизвестно и так далее. Поэтому, короче, популярной не была. А по геймплею я стал в нее играть, попытался играть и не понравилось, плюнул. Потому что там вы скажете, а чё, графика ж крутая. Ну там вот я плюнул, когда, короче, там началось это, ночью. Ты ночью по какому-то лагерю, блядь, а ночью графики нет крутой. Ночью, потому что все темно и, короче, там графика говно. И поэтому поезд какой-то, что-то, оружия нет нормального, там эти какие-то, блядь, ружьишка какие-то. Ну и, короче, я плюнул вообще нахер. Блядь, что делать-то? Стрелять, я так понимаю. Да ёб, тут даже не видно, куда стрелять. Пиздец вообще. Ёб ты, они как кучно-то валят. Ой, самый простой, блядь, подбежать нахуй и завалить. Потому что издалека их даже не видно, прикиньте, блядь. Я в Battlefield привык, там прицел сразу раз и все. Ну, так вот, блядь, средней вшивости. Вот так вот, кстати, ничего выглядит, а если присесть, то, конечно, хуйня. Ну, не полная хуйня, а лучше, чем в Call of Duty и так далее. Да ёб ты, не отвлекай меня от обзора, блядь. Пиздец вообще, аркада полная, то есть... стреляет, это вообще нахуй. Вообще на реал не похоже.
Травка однополигональная. Я хотел заценить вот эти вот. Практически как Far Cry, но только хуже. Вообще страшно, конечно. Far Cry получше все-таки были. И плюс Far Cry, когда ты ходил, она реагировала, да? То есть она мялась. А тут она не мнется, прикиньте, вот это облом. Сразу пропадает желание играть. Так, тут, короче, скалы. Ну, скалы такие, блядь. Невысокополигональные. Водопадик тоже хуёво выглядит, на самом деле. Ну, видите, скалы, они такие какие-то каменистые, блядь. Они должны быть более плавные, короче, как в 3D-марке. И чё, надеюсь, отсюда можно выбраться? Hold, you are, find, hold. Блять, непонятно. Надеюсь, отсюда можно выбраться, потому что если нельзя, то придется самоубиться. А, заценим заодно водичку. Я чё прыгнул-то? Я водичку хотел заценить. Но это что-то это не водичка, это глюки какие-то, блять. Смотрите, нахуй. О, глядите, глюк на две части экрана разделился, видите? Во, видите, вообще охуеть. Игра недоработана, просто реально говорю. Просто, как они такой выкидыш вообще выпустили нахуй. Ну, реально игра недоработанная, без пизды. А если по растению пострелять? Ну, тоже как в кризисе, они не отваливаются, короче. Не отваливаются, как их называют? Листья не отваливаются. Блять, бежит он как педик. Вот он так, этот пистолет, ну реально как педик, блин. Кто ж так бегает-то, мудила? О, а тут, прикиньте, покрышки работают, охуеть. Только они сработали сразу на два колеса. То есть я выстрелил в одно, а они сразу в два сработали. Вот, раз, левая, смотрите, а правая? А не, правая, ну там что-то глюк какой. Ну реально игра, игра с глюками, потому что здесь я выстрелил в одну, а они сразу две сломались, а там нет, короче. Дымка, короче, куда бежать-то? Ага, бежать туда. Специально для злобоёбов подсвечено. Ебанутым белым пятнышком. Спермой какой-то, блин. Впервые такой вижу. А это дегенерат Зорро, нахуй. Он со мной, походу. Слышь, Зорро, ты чё тут делаешь? Кооператив, блядь, ёбаный, а? Ёбаный кооператив. О, баба! Стой, стой, сучка. Стой, сучка, я тебе не сделаю больно. О, попрыгала. Попрыгала. Прыгай отсюда. Видите, как все дранное, да? Все как-то скачет, хуячет. Блять, в реальной жизни все гладко, плавно и не спеша. А тут все прям прыгает, ножками дрыгает нахуй. Так, текстуры дерева. Ну так, блять. Ну, по текущим меркам на четверочку. Реально-то на троечку, но приходится делать сброс на консоли. Так вот, первая часть была самой охуенной графикой на тот момент. А по геймплею была, в общем-то, унылым говном, как бы. Вот. И поэтому она, короче, не вкатила, не была популярной, мазафака. А тут вот кат-сцен, они хуярят что-то, я русский не включил, по-английски не понимаю. Ну, вообще, троица такая, конечно. Как это называется? Как это, блядь, называется-то? Впечатляет, короче, троица такая, блядь. Два таких суровых мужика и такая трахабельная баба, короче. Я думаю, они ее вечерком жарить будут. Так. Непонятно только, где голубые. Куда бежать? О, еще друзья, ебать. Ну это что за шутинг вообще? Блять, вот это говно, ебать. Вы даже представить не можете. Такого говна я давно, блять, не жрал, нахуй. Ебать, это как играть вообще? В Фире ты можешь, нахуй, замедление включить и не спеша всех убить. В Battlefield ты можешь приблизить и не спеша всех убить. Здесь, блять, они издалека не подсвечиваются, нахуй. Стреляют, не убивают вообще. То есть они в тебя просто стреляют. Тебе вообще похуй, они в тебя полчаса будут. Ебать, и в них примерно стреляешь, даже целиться не надо, и ты их убиваешь. А уж сквозь дерево нельзя убить, короче. Блять, он на меня даже внимания не обращает, ебать. О, прикиньте, два пистолета, вот это охуеть.
А, у меня в левом пули кончились, а в правом еще есть 5 пуль. А, сука, не перезаряжай. Блять, а где ножик-то? У меня пули кончились. Блять, дай пуль нахуй. Дай пуль, сука. Дай пуль. Где ножик-то? Ножик. О, охуеть, прикиньте, у меня, оказывается, калаш есть. Охуеть. Блять, ну таких уёбищных перестрелок я давно не видел. Блять, эта игра реально. Мэдисону надо делать на нее обзор. Я думаю, он удивится и скажет, блять. Я думал, только русские разработчики такое говно делают. А оказывается, поляки тоже, блять, не уступают нахуй. Да откуда меня щемят-то? Ёб твою мать, убили. Прикиньте, я думал, здесь невозможно, чтобы тебя убили. А здесь, оказывается, возможно, чтобы тебя убили. Короче, реально, перестрелки на уровне русского говна. Блять, здесь, прикиньте, здесь даже гранаты можно кидать. Ебать, да ты чё разлёгся-то, сука? Секс потом ночью будет. Ща я гранатами закидаю, они тут... Их тут дохуя снабдили, даже в Battlefield столько нету. Меня вот чё только ща интересует, а можно ли ружьишко-то поднимать? За убитыми врагами. Вот враг умер, короче. Я вообще в этой всей листве даже не вижу пистолета нахуй. Так, текстура врага так себе. Ну да, для 2006 года это было неплохо. А сейчас, сами понимаете, 2011, поэтому... Так, короче, как я понял, походу пули-то не поднимаю. Ебать, он сколько выдерживает! Ебать! Я в него 10 пуль нашпиговал. Да это как так можно? Пиздец, я реально, блин. Смотрите нахуй, бля, да он... В нем килограмм свинца образовался. Вообще нереально. Да что ж ты такое-то? Ебать. Реально, люди с большой волей к жизни нахуй умирать просто не хотят. Нет, смотрите, я не понял. Может, конечно, и поднимается, но... Я не слышу звук такого, когда ты обычно поднимаешь, и звук такой пэм-пэм, как будто у тебя патроны, короче, прибавились в обойме. Ёба, сдохни, сука. Пиздец. Да, Deus Ex по сравнению с этой игрой, это в натуре, признаю. Гениально и шедеврально. И даже Fear, это просто охуенно. Пиздец, реально дешевая подделка. Ух ты, охуеть, он даже отлетел, вы видели, как будто... То есть до этого я почему-то не видел, чтобы они так отлетали. То есть ему в морду стрелял, а... Короче, я понял, это лесники. Их тут дохуя просто. Видимо, наши пришли, короче, вырубить тут нахуй весь лес, блять. А это лесники, и они понимают, что экология как бы... А, во, пистолет, гляньте, я запалил пистолет, ну-ка. А он не берется, блядь. Я же говорил, он, видите, он... Я по нему бегаю, а он не берется. Fuck you, man! Пиздец, палатка с лесниками, нахуй. А, 3 дня белые вели с красным бой за домик. В лесу, короче, то белые на первый день выбили красных, потом красные выбили, а потом пришел лесник и всех разогнал. Вот тут вот примерно та же история. Вот что меня в батле бесит, то, что ты когда вот так вот стреляешь, ты вот такой спрятался, короче, за этой хуйней. Они стреляют, они тебя убивают, короче, сквозь это. И вообще никого не ебет, что ты как бы спрятался. Вот реально. А что делать-то, блядь? Куда бежать? Где белая сперма? Ага. А, блять, написано А, план the bomb. Я жму А. А, это Ф, я понял. А, это, короче, русское. Прикиньте, здесь впервые кнопки на русском. Блять, нахуй, ща ёбнет. Давайте заценим, как со взрывами в этой игре. Так, хуёво, взрыв слабенький. Огонь тоже, как видим, видали лучше. Все, блять, огонь пошел по степи.
Блять, я горю нахуй! Но недолго. И чё, куда бежать? Где сперма? Ага, сперма вон. Так, похуярили. Блять, тут еще один нахуй домик лесника. Ебать. Блять, он еще думает, какие кнопочки нажимать. Кстати, на самом деле, я там, насколько английский понял, они борются, короче, с наркоторговцами. И вот сейчас, видимо, тут были залежи наркотиков. Так, вот она, сперма. Куда дальше-то? Блять. А-а-а, вон там какая-то хуйня была. А, я понял, он типа это обмануть и хочет. Типа это как будто это. А, это была, блядь, как в Сан-Андреас, короче. Татуировки их надо было закрашивать, чтобы твоя банда правила нахуй. Блядь, а зачем сперма опять тут? Ну-ка, ну-ка. Вот, видите, татуировка, и ты как бы ее закрасил такой, блядь. Типа это совершили другие, чтобы на других кинуть, короче, все подозрения. Охуеть, вот это продуманная игра, вообще реально. Давно таких продуманных игр не встречал. Скала такая с бампмаппингом, вся такая пиздатая, типа. О, get the car, мазафака. И чё, куда хуярить, где get the car? Блять, где сперма? А, во, сперма, во, хуярили. Блять! О, охуеть, iPhone, прикиньте, у него iPhone, вот это, блять, гламурный перец. Вроде такой серьезный мужик, такие обычно с Nokia 1100 ходит. А он такой, блять, взял iPhone, достал. Пиздец вообще. Хуярим, хуярим, хуярим. А, я понял, вот это заросли конопли. А я думаю, что-то знакомое, аж все конопля, охуеть просто. Значит, эти лесники, короче, тут коноплю собирали. И потом продавали за втридорого, короче. Охуеть. Слушайте, мужики, а здесь оказалось замедление есть, прикиньте. Охуеть, а я гнал на эту игру, говорил, фир круче, а тут, оказывается, замедление есть, охуеть. Оно сделано, правда, крайне убого, но оно есть. Вот смотрите. А, нет, тут, блядь, оно какое-то, видимо, замедление такое. То есть, то нет. Когда враги есть, то оно есть, короче. О! А чё замедление сейчас не включилось, блядь? Я на И нажал. Блядь, я даже не целясь их убил. Ебать! Пиздец, опять бежать. Чё у них так далеко эти, короче? Чекпоинты, мазафака. Короче, пора подвести итог. Просто противно в это играть на самом деле. Короче, полная бездуховная игра. А, геймплей на уровне, блядь, 2000 года, реально. То есть сейчас такой вообще не катит. То, что есть замедление, оно настолько хуёво сделано, что даже слов просто нету. И там оно восстанавливается, а этот значок восстановления, как я понял, замедление только, похоже, в драках можно. Блядь, вот это лобовое столкновение, пиздец. Короче, только в драках оно используется, что ломает всю, короче, игру на самом деле. Хотя, знаете, руль можно подключить. Вот, стрельба полное говно, то есть настолько аркадно, ну у меня слов даже нету, насколько это аркадно, просто вообще, блин. Сюжет говно, короче. Какой тут сюжет, блядь, наркотики какие-то, хуётики, еще что-то. Хуйня, короче, полная. Дальше, графон такой, не самый крутой. Непонятный. Этот Chrome Engine, он такой, в общем, корявый, короче, какой-то. Блять, и что это такое? Какое-то здесь все такое, знаете, какое-то неказистое, блин. Какое-то такое, блин.
неаккуратно, как бы это, знаете, так выстругали из бревна кое-как. Вот какие-то такие ощущения, то есть не ровненько, ничего. Но все равно графон как бы лучше, чем, к примеру, в том же Deus Ex. Но движок на самом деле, я не знаю, по-моему, сказали, я прочитал, что он четвертый какой-то, ну новый, короче, да? А на самом деле я не вижу отличий между Call of Duty с вот первой частью, которая вышла в древнем 2006, кажись, году. Как бы, по-моему, уровень графики ровно тот же самый на самом деле. Блять, что делать-то, я не пойму вообще. Поэтому игра полная разводилова. А, понял, вон оно как. Полная хуйня, то есть даже за это вот даже одного доллара заплатить реально впадло, вот реально прям без пизды как бы. Играйте лучше в Battlefield, World of Tanks, хоть они и заебали, но кто не, еще много не поиграл, можно поиграть. Да много в чё играете, короче, блять, тут даже непонятно куда ехать, блять, пиздец. Ебать, колбасят, пиздец. В общем, короче, игра хуйня. Поэтому даже демку не скачивайте, ничего. Блять, я даже выйду из машины, потому что такая игра хуйня, что я даже как бы в машине не могу сидеть. Пиздец, у нее стекла начали разбиваться, по крайней мере, задние. Или это потому, что это коллаж, хуй знает. Ну, машина тут тоже полное говно, они... Даже в GTA 4 дефолтные машины и то, по-моему, получше нарисованы. Короче, всем до скорого. Вот теперь бутылочек завались.